Могилевские пенсионеры отправились на экскурсию со скандинавскими палками у руках. Разом с профессийным экскурсоводом наведывальники Центра социального обслуговывания населения Ленинского района прошлись уздовж раки Дубровенко и доведались шмат нового про историю Могилева. Скандинавской ходьбой женщины занимаются год, а вось сумястить физичную активность с познавальной вырашили у першиню. Ранний сбор, разминка и наперед. Гэтай жанчыны, хоть и пенсионерки, дома сядзець не привыкли. Тым больш, калі на двор я спрыяе и компания цікавая. Такого плана мероприятия вообще мне очень по душе. То есть пребывание на свежем воздухе, скандинавская ходьба и одновременно такая интересная экскурсия, которую проводит профессиональный экскурсовод. Мы любим путешествовать, любим познавать, скажем, особенности нашей территории Могилева, культурные, исторические особенности, ландшафтные. Вот родилась такая идея пригласить представителей экскурсовода, вот, которые более глубоко знают эти все вопросы, и объединить это. Ходьба и, так скажем, познание вот, культурных и исторических особенностей нашей территории. Спортивным инвентаром подорожниц обеспечили. Организовать историчную участку маршрута допомогли у Центры туризма и краязнаўства детей и молоди «Паруса». Отримался проект «Крочим по городе разом». Первую экскурсию просвятили у приватности узбережью Дубровенки. В процессе того, что ты познаешь еще и края, по которым ты ходишь, вот оно будет совмещаться настолько, что человек и духовно будет сам себя совершенствовать, еще и физически поддерживать форму. Хочу знать историю своего города, тем более такая красивая дата, 750, хотя говорят, уже и постарее город. И мне нравится вот эта окрестность, мне нравятся деревья, мне нравится природа, мне нравятся палочки. Проект протягивается. У планах организовать новые маршруты и долучить до скандинавской ходьбы еще больше однодумцев. Не сидите дома, не лежите на диване. Ходите на улицу, ходите с палками, ходите в наш центр и будете чувствовать себя совсем по-другому. Алина Соловьева, Миколай Соболев, новини региона.